Накануне в областном центре Брещины чествовали победителей и призеров творческого конкурса «Подросток. Закон. Ответственность», а также «Сделай интернет безопасным для себя». В рамках последнего ребята представили на суд жюри видеоролики, раскрывающие тему безопасности. Современные информационные технологии во многом благо. Однако, как и у медали, здесь тоже есть вторая сторона. Нередко их возможности используют для достижения не самых благовидных целей. Научить ребят грамотно пользоваться ресурсами – важная задача, свой вклад в решение которой и должен внести конкурс. К сожалению, с огромными возможностями, которые дает нам современные технологии, оно таит в себе и ряд опасностей, особенно для подрастающего поколения. Мы, взрослые, обязаны помнить об этом. Мы должны сформировать культуру ответственного и безопасного поведения подростков при использовании современных технологий. Мы должны создать условия для того, чтобы дети и подростки, используя возможности интернета, брали из него положительную составляющую. По словам организаторов творческих соревнований, популярность стартов год от года только набирает обороты. Все больше становится и участников, и представителей подрастающего поколения, которые отдают за лучшие работы свои голоса. Это, конечно, добавляет и азарта борьбе, и престижа наградам. К слову, сами конкурсанты признаются, для них главным стимулом был не потенциальный приз, а возможность продемонстрировать свои таланты, воплотить в жизнь идеи и замыслы. Я приготовил ролик «Любимые сайты моей семьи». Мне помогала мама. В этом ролике я объяснял людям, детям, любимые сайты моей семьи и какими мы пользуемся сайтами. Я их рекомендовал. Ролик был сказка о том, как некоторые ребята неправильно используют интернет, и я показал, что он интересный и познавательный. Конкурсы, подобные состоявшемуся, вероятнее всего, будут иметь продолжение в областном центре Брещины. Жизнь не стоит на месте, технологии развиваются стремительно. Изучать их опасности и возможности необходимо в тождественно равном ритме.